Здравствуйте, зрители! Как вы относитесь к явлению, когда один представитель мужского пола адресует стихотворение другому человеку мужского пола? В 18-19 веках это считалось нормой. В наше время это воспринимается как негласный признак педерастии. Во времена нравы. Сегодняшнее исполнение стихотворения господина Брюсова я посвящаю единственному поэту, которого знаю лично. Вам, мистер Бандерсон. Ты должен быть гордым, как знамя. Ты должен быть острым, как и меч. Как Данту подземное пламя должно тебе щеки обжечь. Всего будь холодный свидетель, на все устремляя свой взор. Да будет твоя добродетель готовность войти на костер. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов. И ты с беспечального детства ищи сочетание слов. В минуты любовных объятий к бесстрастию себя приневоль. И в час беспощадных распятий прославь иступленную боль. В снах утра и в бездне вечерней лови, что шепнет тебе рок, и помни от века истерней поэта заветный венок. Всем спасибо за внимание.